те улицы, по которым идут автобусные маршруты. Перечисляйте их. Улица Кирова, улица Дружбы народов, улица Кирова, улица Льва Толстого, улица Ленина, улица Свердлова, улица Кравченко, улица Назарова, улица Зверева, улица Мира, улица Гагарина, улица Декабристов. Так, какие альтернативные места мы предлагаем? Альтернативные места. Первое место – это 9-й микрорайон между торговым центром ЦУМ и рынком. Место на 700 квадратных метров. Значит, места. Улица Спортивная, южнее дома номер 7, микрорайон номер 2. Улица Кравченко, северо-восточное здание номер 9. Улица Фрунзе, восточный дом 9. Кроме того, есть места, которые можно, значит, рассматривать, это территории многоквартирных домов на улице Фрунзе. То есть вот эти места альтернативные, значит, предложены. Также рассматривается место, где у нас, значит, улица за Сити, да, напротив, в сторону улица Восточного Стас. Региона, да, улица Стасова. Там три большие площадки, на которых подразумевается размещение временных сооружений, нестандартных, да, с одновременным благоустройством. То есть вот эти основные места.